Мне сказали, что 25 человек начинали поход за вот этими дипломами, которые лежат здесь. Но не все дошли успешно до финала. Из 25 17 человек. Это очень здорово. Очень здорово, что в Калининградской области появилось 17 новых специалистов. Location Management, на мой взгляд, это одна из самых интересных профессий в кино, одно из самых интересных направлений, потому что когда только кинокомпании заходили в Калининградскую область, я помню, вот мы с Ольгой Ивановной Акоповой принимали эти компании, обсуждали с ними их будущую работу. Вот вопрос location manager — это всегда был один из самых актуальных вопросов. Все говорили, а кто у вас разбирается в локациях, кто может посоветовать, кто может сделать и предложить какие-то интересные варианты. То есть одна из самых интересных, самых востребованных профессий. Ну и мне кажется, вы точно убиваете два зайца, приобретая такую интересную профессию, потому что вы сейчас становитесь специалистами, которые через некоторое время будут лучше, чем кто-либо другой, знать Калининградскую область. Поэтому не получится в кино, добро пожаловать в туризм. В туризме точно вы себя найдете, вне всякого сомнения. Но я, конечно, вам желаю прежде всего найти себя в кино. Я уверен, что в Калининградской области проектов будет сниматься все больше и больше, потому что ситуация сейчас к этому располагает. И самое главное, что в Калининградской области мы обретаем еще одну интересную точку опоры. У нас для этого, до этого было две такие серьезные точки опоры. Это финансовая поддержка в виде ребейтов. Второе – это организационная поддержка в виде фестивальной дирекции и замечательной команды фестивальной дирекции. Ну и сейчас появляется третья точка опоры. Это специалисты, это те люди, которые здесь уже на достаточно профессиональном уровне могут оказывать услуги по самой высокой планке. И мне кажется, вот благодаря этому Калининградская область обречена на то, чтобы стать самым кинематографичным регионом России, самым кинематографическим регионом России. Поэтому еще раз спасибо вам за ваше время, за ваши усилия. Я еще раз всех поздравляю с окончанием этого курса.